Добрый день, друзья! Сегодня сентябрьский обзор цен на минивены. Обзор проводился в городах Клайпеда, Кретинга и несколько машин из Каунаса и Кидайняя. Друзья, в Клайпеде на одной из площадок продажи автомобилей не указывается телефон продавца в информационной табличке. Если вас какой-то автомобиль заинтересовал, то телефон указан в описании этого видео. Renault Espace 2007 года. 2 литра дизель, автомат, комбинированный салон. Цена 3250. Mazda 5 из Германии, 2009 года, 2,3 литра бензин, автомат, цена 3300. Ford S-Max из Германии, 2008 года, 2 литра дизель, механика, пробег 187 тысяч, цена 3150. Citroen C8 2007 года, 2 литра бензин, автомат, цена 2950.
Toyota Corolla Versa 2009 года, 2.2 дизель, механика, цена 5000 евро. Citroën Picasso 2008 года, 2 литра дизель, автомат, цена 2250. Вот пробег не пишут, но судя по изношенности водительского сидения и руля, пробег тут немалый. Ford Galaxy Titanium 2016 года, 2 литра дизель, автомат, цена 11 900. Ford S-Max 2007 года, 2 литра бензин, механика, кожа, цена 4100. Ford S-Max 2011 года, 2.2 литра дизель,
Механика, комбинированный салон, пробег 216 тысяч, цена была 10 350, сейчас 9 500. Seat Alhambra из Германии, 2006 года, 2 литра дизель, механика, пробег 211 тысяч, цена 3550. Ford S-Max из Германии, 2008 года, дизель 1.6, механика, пробег 220 тысяч, цена 2750. Nissan Quest 2011 года, 3,5 литра бензин, автомат, кожа, пробег 89 тысяч, цена 12 900. Еще Nissan Quest, их тут несколько штук стоит.
Это тоже 2011 года, 3,5 литра бензин, автомат, комбинированный салон, пробег 151 тысяча, цена 10 тысяч евро. Nissan Quest 2012 года, 3,5 литра бензин, автомат, кожа, пробег 103 тысячи, цена 12 500. Nissan Quest 2015 года, 3,5 литра бензин-газ, автомат, кожа, пробег 51 тысяча, цена 16 900. Volkswagen Charan 96 года, 1,9 дизель, механика, пробег 350 тысяч, цена 1200. We'll be right back.
Chrysler Town Country 2012 года, 3,6 литра бензин, автомат, кожа, пробег 171 тысяча, цена 9950. Volkswagen Charan 2010 года, 2 литра дизель, механика, пробег 212 тысяч, цена 5700. Прилагается комплект колес. Chrysler Town Country 2012 года. 3,6 литра бензин, автомат, кожа, пробег 220 тысяч, цена 10 тысяч евро. Dodge Grand Caravan 2013 года, 3,6 литра бензин, автомат, кожа, пробег 101 тысяча, цена 10350.
Peugeot 807 2006 года, дизель 2 литра, автомат, кожа, пробег 265 тысяч, цена 2950. Toyota Corolla Versa 2006 года, 2,2 литра дизель, механика, кожа, цена 3150. Прилагается комплект колес. Peugeot 807 2006 года, дизель 2 литра, механика, цена 1700 евро. I'm far from home, no place to go, but I don't feel cold. I've been so... Пробег не указан, но водительский подлокотник протерт уже до дыр. На этом обзор минивэнов закончен. Смотрите нас, пишите комментарии. Если интересно, ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь. И всего доброго. До следующего обзора.